В результате пожара в жилом доме в пригороде Лиона погибли 10 человек, в том числе 5 детей в возрасте от 3 до 15 лет. 14 человек получили ранения, четверо находятся в критическом состоянии. Как сообщается, огонь в семиэтажном доме в городе Вуан-Велен к востоку от Лиона вспыхнул около 3 часов утра в пятницу. К тушению были привлечены около 170 пожарных. К данному моменту огонь потушен. Как сообщает агентство «Франс Пресс», пожар начался на первом этаже и быстро распространился вверх по зданию. Причина пожара пока неизвестна. По словам властей, столь большое количество жертв объясняется прежде всего временем начала пожара. В 3 часа ночи жильцы в основном спали. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен и министр по делам города и жилищного строительства Оливье Кляйн уже находятся на месте трагедии. Пожар произошел в квартале Ма-Дю-Торо, который находится в стадии городского переустройства, после того, как долгое время считался одним из самых неблагополучных районов в пригородах Лиона.